Федь, с победой. Как бы оценил матч по сложности по 10-бальной шкале? Наверное, на 8. На восьмерку, да. Потому что первый тайм он у нас удался. Мы доминировали, и даже пропущенный гол, он скорее был нелогичным, нежели там вытекал из какой-то ситуации. А второй тайм был намного тяжелее, и сборная Словении прибавила. Мы где-то, наверное, неправильно начали играть, стали больше ошибаться и меньше выигрывать подборов. К сожалению, не смогли забить третий гол, и из-за этого получилась такая нервная концовка, где, в принципе, эта команда могла сравнять счет, но, к счастью для нас, мы выиграли и заработали важные 3 очка. Словения вообще удивила, и она играла так, как вы и думали? Да, мы были готовы, и мы знали, что это очень крепкая команда, и наш тренерский штаб перед игрой сказал, что в этой игре придется терпеть, и так получилось. Сегодня были болельщики на поле, сильно помогало это? Да, конечно. Ну, на трибунах, да? Конечно. И, честно, я соскучился уже по болельщикам, поэтому было очень приятно, что столько пришло. Такое ощущение было, что не 13 тысяч, а полный стадион. Была супер поддержка и огромная благодарность всем тем, кто пришел на стадион, и те, кто смотрел перед экраном телевизоров.